губернатора. Слышь, она мне будет говорить. Спокойно. Она Боль. Не знает меня, уважаемый человек в области. Кто ты? С какой-то руины вылезла и когда? Со своим инвалидом на коляске. Все. Вот на этом, вот это уровень, уровень всех нас. И вас в том числе. Ребята, мы почему и сказали, есть координационный совет, которому написано в первом пункте. Он несет ответственность за реализацию пункта программы. Сегодня я в СБУ на вас и насчитает, что... Я могу вам позвонить. Я сегодня в СБУ напишу на тебя заявление. Ты можешь позвонить. Ты что такая? Что ты можешь позвонить? Кто ты? Кто ты в этой области? Кто ты? Что ты только что уважаешь людей? Ну кто она такая со мной так разговаривает? Кто? Никто. У меня сын старший, когда ты со мной так разговариваешь. Я уважаемый человек в области. Зачем вот это? Я этого человека не обидела. Ты бессовестная. Ты бессовестная. И твоя подружка, две аферистки. Тихо. Самозванки. Тихо. Я вам не Маша Гайдар, что вы будете смываться над ней. А я инвалид. И уважаемый человек в области. Ты мне просто сказать, куда я деньги трачу. Ты на водку пью по углам, как ты с атошниками бухаешь по углам. И пьяную тебя тягают. Я фото покажу. Ты что думаешь, у меня на тебя весь компромат созданный. Ольга Николаевна.